есть это, ну, типа, для них, так сказать. Похуй на то, что я хочу, похуй на то, что я из-за этого, возможно, буду всю жизнь страдать и жалеть об этом. Наплевать. Да. Типа, естественно. И себя, да, я считаю, в здоровом эгоизме нет ничего плохого. Если это не приходит эгоизм, но всегда надо себя на первое место ставить. Типа, ты один у себя будешь с самого рождения до самой смерти. Только вот, ну, ты сам у себя. Как бы глупо ставить кого-то впервые. Добрый. Нормально. Привет. Спасибо. Все хорошо. Да, я еще боюсь, что меня ждет, когда мне стукнет 20 с чем-то, как часто я буду слышать что-то типа про то, что мне надо рожать и обязательно родить. Спасибо. Спасибо. Ну, 20 мне скоро, в феврале мне исполнится 20 лет. Займ работы. Пожалуйста, измени себя. А мне-то это зачем? Скажи мне, пожалуйста, зачем? Водолей. Старость, тогда поймешь ошибки свои. Такие все знатоки. Чё, блядь, я не понимаю, чё вы сами с мужиками не замутите, раз это все так шикарно, круто. Спасибо, Михаил, за разрешение. Спасибо. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Это... А чё, февраль, типа рыбы? А ты кто по знаку зодиака? Рыбы, да, говорят, такие не очень. Если человек не ошибается, то он или она не человек. Нет, я не с детского дома. Ой. А, дева. А с чем вы дались? Это с девами? Кстати, обычно не ладит вообще никак. Спасибо, Александр. Есть родители, да. Угу. У меня бабушка делала. Ну, мы нормально, кстати, ладим. Спасибо. К отцу своему я отношусь абсолютно нейтрально. Ну, типа, вообще нейтрально. Привет. Так, это получается, ты в 2002-м шел или в 2003-м первый класс, а я родилась в 2002-м, а в 2009-м пошла в первый класс. Так я и не грущу, в смысле.
Ну да. Привет. Чудесно. Follow my Instagram, please. Пишитесь на мой Instagram, пожалуйста. Привет. Так, все, народ уходит. 95-го года. 95-го. У меня проблемы со счетом. Я поняла, что тебе 20 с чем-то. Я посчитала на калькуляторе. 2002 года. О, да, 90 я не застала. Да нет, вы реально угораете, типа, 2002, до какого года? 2002 замужем, блять, я вообще далека от всего этого максимально. Какое замужем 19 лет? Я, мой внутренний возраст сейчас лет 15. Работаю. 19, нет. Привет. Кстати, прикол интересный, если говорю, что разведена и трое детей, наверное, будет меньше комментов про то, что всяких таких извращенских. Ой, а насколько я выгляжу? Спасибо. Двадцать пять. Ой, мне обычно дают лет 17, что-нибудь такое. Поэтому, в принципе... Не знаю.